Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет вот такая вот маленькая посылка, но она для меня очень важна, так как есть у моей мамы вот такой вот телефон, второй дополнительный, когда-то я его заказывал у Китай Рулит, и в общем, тут батарейка вообще уже непригодная, так как телефон уже 3 года. Кстати, с первого видео я начинал именно снимать вот этот телефон. Обзор, типа, как это называется. Ну, видео там, конечно, было такое себе. Было аж смешно его недавно посмотреть. В общем, батарейка здесь сдохла. И я заказал с Китая, так как телефон полностью рабочий, в идеальном состоянии. Здесь даже пленка еще наклеенная, самая первая. То есть, если снять пленку, там экран вообще в идеале будет. Так что телефон нужно спасать. Время идет, потом батарейки будет вообще сложно найти. Так что заказал на Lenovo A630 батареечку. Давайте все-таки раскроем и посмотрим. Дошла посылочка очень быстро, буквально за 12-15 дней, с трек номером почта Нидерландов. Так, батареечка, тебя где тут достать? Оба, двойной какой-то пакет. Так, оба, есть. Поставляется вот в таком вот пакете. Батарейка должна быть на 2500 мАч. Да, друзья, уже тогда 3-4 года назад были такие батарейки. То есть это была самая мощная батарейка на телефоне бюджетного варианта. Давайте распакуем и посмотрим. Так. Есть. А, да как же тебя достать там? Оба, есть такое. Да, батарейка на 2500, Lenovo, все у нас написано. Ну что, друзья, давайте я вставлю в телефон, ну и, собственно, посмотрим, что да как. Погнали! Ну что, друзья, вот я вставил нашу батарейку. Все у нас, скажу сразу, нормально. Вот старая батарейка, и она уже не нужна. Ну и, собственно, смотрите, телефон работает. Полностью заряжено, все здесь хорошо, нету никаких проблем. Так что за свои денежки, я думаю, она отработает еще года 2-3. Так что рекомендую. Ссылка будет в описании. На этом все, друзья. Ставьте лайки, подписываемся. Всем удачи, пока.